Видео из Новосибирска признали лучшим в программе «Сам себе режиссер». Ролик снял солист Новосибирской филармонии Владимир Коварский. Сенбернар идет перед трамваем, не пропуская его и не реагируя на звонки. Водитель ехал за псом достаточно долго, потом вышел и отогнал его. Зрители признали этот ролик лучшим, а вот пользователи интернета не сочли его забавным. Большинство заинтересовала судьба собаки. Очевидно, что она бездомная и могла попасть под машину на оживленной дороге. Что с ней стало, неизвестно.